Спасибо, пастор Андрей. Библия открывается совсем с другого ракурса. Религия все исковеркала. Я сама из гор Душанбе покаялась 16 лет назад в Таджикистане. Училась в библейке, но сейчас прихожу к тому, что я не знаю моего Господа. Просто огромное спасибо за тряску. Мы устали от поглаживающих проповедей. Марина, Таджикистан. Благодарю вас, пастор Андрей, за содержательные, ободряющие, освобождающие проповеди. Всегда я получаю новый заряд и ответы на вопросы. Пусть Господь благословит вас и ваш дом, ведет новыми путями и дает свежие откровения. Светлана, Киев. Да пребудет Господь Бог с вами, пастор, и со всей вашей семьей. Молю Бога об особенной защите вас и вашей семьи. Спасибо вам огромное за ваш труд. Через ваши проповеди я ежедневно получаю направления от Господа и ответы на молитвы. Слава Богу за вас. Спасибо вам большое. Слова благодарности переполняют мое сердце. Светлана, Москва.